Рюкзаки, тетради, школьная форма. Сейчас эта продукция пользуется особенной популярностью. В преддверии 1 сентября активисты Молодой гвардии Единой России провели рейд с целью выявить нарушения, которые могут допустить недобросовестные производители при изготовлении школьных товаров. Проверяем мы магазины сетевые, магазины шаговой доступности, а также интернет-магазины, которые работают в Тульской области. Мониторинг в рамках партийного проекта «Народный контроль» состоялся в Туле в одном из сетевых детских магазинов с товарами для учащихся образовательных учреждений. Пристальное внимание молодогвардейцы уделили качеству материалов для школьной формы. Как показал осмотр, не все товары соответствуют нормативам. Мы оцениваем товар по наименованию и виду и изделия, а также смотрим состав, чтобы состав одежды был не из синтетических материалов, а из натуральных, чтобы в дальнейшем у учащихся не было никакой аллергии. Попадаются товары, в котором большая процентовка, часть, она получается из синтетических. Мы об этом доложим в Роспотребнадзор уже, и они будут принимать меры, уже мониторить сами. Общественный мониторинг проводится в рамках региональной акции «Скоро в школу». Она направлена на защиту прав и интересов потребителей. Рейды народных контролеров будут проводиться до 24 августа. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы.